мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня будем делать шоколадную помаду своими руками в домашних условиях. Для этого нам понадобится пустой футляр. Сейчас покажу, как его почистить. Также понадобится шоколад, я использую горький, и кокосовое масло. Вместо кокосового масла можно использовать обычный вазелин, который можно купить в аптеке. Очищаем помаду. Вот. Старой. Подготавливаем основание для нашей шоколадной помады. Мне понадобится одна долька шоколада. И пол чайной ложки кокосового масла. Масло это натуральное, холодного отжима. Extra virgin. После того, как залили, нам нужно эту помаду поместить в морозилку. Где-то на полчаса примерно. Так, все, помада у нас застыла. Давайте посмотрим, что получилось. Ну что ж, давайте протестируем и посмотрим, что у нас получилось. Все, всем спасибо за внимание. Эта помада, знаете, можно использовать по прямому назначению, а можно ее и скушать. Она такая вкусная. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.